С ограниченными возможностями здоровья, но с безграничными талантами. В завершении декады инвалидов во Дворце культуры «Руслан» прошел инклюзивный форум «Мы вместе». Фестиваль-конкурс проходит в регионе уже в 7-й раз и ежегодно собирает творческих личностей Ульяновска, Санкт-Петербурга, Москвы и Самары. В этом году здесь добавилось еще одно слово – это фестиваль-форум. Потому что вчера был очень важный и серьезный день, когда проводились не только отборочные туры, где были представлены тоже лучшие из лучших творческих участников, но и проводились мастер-классы, проводились семинары, проводились круглые столы. Участники состязались в театральном искусстве, вокале, хореографии и арт-терапии. После отборочных состязаний участников ждал красочный финал. В качестве судей были приглашены эксперты из Республики Беларусь. Ну, я на этом форуме впервые, и для меня это действительно открытие, то, что люди объединяются, съезжаются, и очень чувствуется эта сплоченность. Нету вот этих границ между обычными людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья, что очень реально впечатляет. В перерывах между выступлениями гости фестиваля знакомились с большой выставочной экспозицией, подготовленной культурными учреждениями города. С детьми работали опытные педагоги и волонтеры, проводили викторины и конкурсы. В финале выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы. Продемонстрировать лучшие практики создания доступной среды в области культуры. Организовать диалог между различными организациями. По словам участников, организаторам удалось сделать интересную и красочную площадку. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды. We'll be right back.